Всем привет, сейчас я вам скажу, что у нас вообще сегодня будет происходить. Вначале добавлю картинку, кое-какую, вот. Короче, картинка перед вами, у нас есть забронированные клубы, как я говорил ранее в видосе анонса, точнее, который анонс турнира вышел, ну, там, 6 дней назад вроде где-то или так, не знаю, не помню, или в ТГ писал, где-то, короче, говорил, что у нас есть клубы с бронью, там, это Мигу Фифа, Эдгарус, Андрей Сенко, Артем Саблин, я, вот, это призеры и КДК состав. То есть, получается, КДК состав входит Димон Ибрагимов, Зексет, Эдгар Кулагин, Эдгарус, Гоша Милюков, это, соответственно, Мигу Фифа. И я, как шеф этого турнира, Петр Устинов, Flamefoot, как бы тоже вхожу. Все там видно, все хорошо вроде, так что давайте начинать доставать корзины. Это корзины клубов, корзины участников. Сейчас я вам все подробно объясню, где что будет находиться, откуда мы что будем доставать и так далее. Погнали. Вот это у нас, вот эта замечательная корзина, это корзина клубов. Здесь 26 клубов, получается, клубы без брони. Замечательно, вот здесь корзинка с этими капсулами от Kinder Surprise. Вот в этой чаше, вот в этой, сейчас я уберу, вот в этой чаше будут клубы. Получается, я буду сюда закидывать примерно где-то 6 клубов и, ну, поочередно, наверное, доставать. Сразу же первую партию закинем, давайте какую-нибудь. Ну, вот просто кучкой возьмем какую-нибудь партию, да? А у меня упало уже, да? Упало, да? Спасибо. Ну вот, 4 я взял, 4 закидываю. 4 закинул уже. Раз, два, три, да, 4. И еще 5, 6. Еще 2 закинул. И с пола поднимаю, которая упала. И сейчас я достану корзину с, соответственно, участниками. Соответственно, корзина с участниками, получается. Тут у нас все участники, которые без брони, клубы, то есть участники, у которых нет брони, клубов, вот. Короче, их тоже я достану 6, вот они будут располагаться в этой корзине уже, соответственно, вы поняли, да? Погнали, ну, блин, не знаю, давайте вот так закинем тоже как-нибудь, чтобы ничего не упало, вот. Я тут вообще абсолютно не знаю, кто здесь находится, я уже 4 закинул, вот видите, 4 закинул. Еще 2 закидываю, раз, 2, все, это убираю. И погнали. Все, погнали, ребята. Доставим первого участника. Ну, давайте, ну, допустим, вот этого, да? Допустим, вот этого. И я открываю прямо сейчас. Давайте нормально сделаю свет. Открываю. Убрал. Так, и... Добрыня Сафронов. Добрухов. Или Добрыхыв. Добронов. Не знаю, короче, я вообще не знаю, как это читается ник, но Добрыня Сафронов, он в чате писал. Вот, я его достал, кладу его сюда. Все. Это пока убираю. Поехали. Достаем, получается, клуб. Какой выпадет клуб Добрыни Сафронова? Ну, давайте, я не знаю, вот. Какой-нибудь, условно, вот этот достану. Погнали. Открываю. Убираю в сторону. И погнали. Погнали. Байер 04 выпадает Добрыня Сафронову. Вот, Байер 04. Все, сработало. Байер 04, ну, не знаю. Смотри сам, Добрыня Сафронов, тебе выпал Байер 04. Поздравляю, конечно, но не от всей души. Короче, все, давайте ускоряться. Погнали. Дальше. Выбираем клуб. Хотя, мне кажется, выбирать участника интереснее. Типа, сначала узнаешь участника, а потом уже выпадает клуб. Поэтому давайте, опять же, участника. Давайте вот эту первую попавшуюся. Сейчас я вот эту Добрыню Сафронову Байер 04 уберу, чтобы не мешалось. Погнали, открываем. Открывается туго, кстати. Максимально. Так, ну что? Ольга Саева, мистер Вумен. Но это, к сожалению, не Вумен. Мальчики, не радуйтесь, это мужик. Точнее, пацан. По его нику понятно, что он играет в самп.
или в GTA-шку, я не знаю, во что он там играет. А, все, сработал, все, сработал. Ольга Саева. Я ее кладу сюда. Его или... Я просто не понимаю, кого. Короче, выбираем клуб. Давайте, просто первый попавшийся какой-нибудь. Погнали. Вытащил. Так. Эх, неудобно. Кого, кого? Кто там выпал? Ювентус выпал! Ольги Саевой, Ювентус. Любимый Ювентус Андрея Фудроида выпал какому-то ноунейму. Сорян, конечно, прости, но я тебя так прям не знаю. Ну, короче, Ювентус, вот, вот так видно, все нормально. Ольги Саевой выпадает Ювентус, не знаю. Ну, поздравляю, конечно, но тоже не от всей души. Естественно, я не знаю, типа, радоваться тебе или нет. Как бы... Хочешь, радуйся, хочешь, нет. Погнали. У нас еще дофига клубов, мало времени. Надо все вытаскивать побыстрее, поехали. Так. Погнали. Михаил Бакуменко. Лихончик. Кстати, хотел важный момент сказать. Запоминайте, пожалуйста, ники. Они пригодятся вам. Потому что в FIFA Mobile не будет Михаил Бакуменко написано. Как бы вот ник, лихончик, вам все видно. Вот. Какой тебе клуб выпадет, Михаил? Ну ладно. Какой тебе клуб выпадет? Давай вот такой вот. Какой-нибудь. Я не знаю, честно говоря, какой тебе клуб выпадет. Так. Ну-ка. 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 Ну-ка, что-то там большое, блин. Тоттенхэм! Тоттенхэм выпадает Михаилу Бакуменко или Бакуменко, сорян, или Лихончик, я не знаю, как тебя называть. Тоттенхэм. Ну, как бы, что-то Ювентус уже выпал, Байерн 04 выпал, как будто бы прям хорошо идем. Ну, Байерн 04 такой себе, конечно. Ненавижу их из-за того, что там Монако проиграл. Ладно, не важно, не будем зацикливаться. Ё-моё, что такое? Этот раз вытащим клуб. На этот раз мне хочется вытащить клуб. Погнали. Давайте, какой вытаскиваем, пацаны? Какой вытаскиваем? Пишите в чат, не знаю. Хотя, давайте, что я буду глядеть в чат? У нас и так мало времени. Мы не будем же здесь целый час сидеть. Хотя, можем и целый час посидеть, мне кажется. Так. Наполи. Наполи. Чемпион Италии прошлого сезона. Наполи. Кому же он выпадет, интересно? Неплохой может сквадик собрать. Давайте. Кому выпадет Наполи, пацаны? Ставим ставки. И вытаскиваем, ну, не знаю. Давайте вот это вытаскиваем. Так, тут бумажка есть. Тут бумажка есть, все хорошо. Так. Егор. Так, вам видно? Не видно? Не видно. Егор Фидас. Фидас. ФКСР или что это написано там? Я даже свой почерк не понимаю, что там написано. Он выпал Наполи, поздравляем. Желаем удачи. Как бы, да? Все, у нас осталось по две штуки. Давайте быстренько любой вытащим. Так, обратно засовывайся. Зачем ты вышел, мудила? Так, погнали дальше. Извиняюсь. Так. Бургер Кинг! Бургер Кинг! Барса. Бургер Кинг. Не к Барса, но, к сожалению, Барселона занята. Прости, Бургер, прости. Но он уже не Бургер Кинг, он уже RB какой-то там. Хабаев или Албаев. Алмаев, не знаю. И что, какой тебе клуб выпадет? У нас тут две штуки осталось. Две капсулы. Давайте, не знаю, какую взять. Честно, не знаю, какую взять. Ладно, беру первую. Вот это. Так, поехали. Поехали. Ребята, поехали. Какой клуб выпадет Бургер Кингу? Поехали. Арсенал. Поздравляю. Это хотя бы не Фенербахче или там какой-нибудь Галатасарай или ПСВ. Арсенал. Поздравляю, но, к сожалению, хотелось бы, чтобы тебе выпал Ньюкасл. Но это тоже клуб АПЛ. Так что, думаю, нормальный дроп, так сказать. Бургер Кинг с каналами ГФА. Все. У нас осталось последнее. Это
участник клуб в этой, получается, корзинах. У нас там еще дофига. Очень много, ну ладно. Погнали. Достаем участника. Что тут крутить? Что я кручу? Что я вот это вот делаю? Ладно. Погнали. Вот так вот. Достаем. Достаем, 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 достаем. И Игорь Белоус, какие люди, Игорян, человек никто к нам пожаловал. Игорь 5476. Ну что, какой тебе клуб выпадет? Я знаю, что ты болеешь за Ливерпуль, очень хорошо об этом знаю. Ты ведешь там какую-то группу про Ливерпуль. Все, спокойно, спокойно, Петя, приди в себя, я не выпивал. Так, Ливерпуль. К сожалению, Ливерпуль занят Эдгарусом. Вам на экране видно вообще, нет? Вам не видно. Короче, Ливерпуль занят Эдгарусом, но что тебе выпадет? Что тебе выпадет? Вот у нас последняя капсула. Что тебе может выпасть? Я надеюсь, тебе не выпадет какой-нибудь слабый клуб, ибо в прошлом турнире ты от меня отлетел. Ну да ладно. Погнали. 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 Рома! Рома, кстати. Кстати, прикольный клуб. Ну типа Рома. Лэмп с ним играли. И типа не вырвали ни победу, ничего, ничья только. Так что поздравляю, может Рома тебе и подойдет. Добрыня Сафронов, Байрон 04, Егор Фидас Наполи, Игорь Белоус Рома, Ольга Саева Ювентус, Бургер Кинг Арсенал, Михаил Бакуменко Тоттенхэм. 6. Туда его закинул, все, это убираем. Теперь закидываем участников. Раз, два. Таскаем первого участника. У нас еще там долго надо делать, поэтому надо ускоряться. Первый участник. Первый участник. Поехали, пацаны. Первый участник. Кто там? Вадим Суздаль. ФТС Плей. Скорее всего, Вадим Суздальцев. Просто мне не хватило места на бумажке, поэтому сорян, ФТС Плей. Какой же тебе клуб выпадет? Сфокусировалось? Вообще посрать. Погнали дальше. Давайте покрутим. Давайте возьмем как вот эту желтенькую я хочу взять. Вот эту, которая отличается от всех. И что там выпадет Вадиму ФТС Плей. ФТС Плей, кстати, участник Олежа за подписчиков. Все его знают. Должны, по-моему, нет? Ему выпадает Спортинг. Спортинг, родной клуб Роналду, Криштиану Роналду. Спортинг. Вот, Спортинг. Все, Спортинг. Оставляем его здесь. И сразу же в темпе. Вытаскиваем следующего. Что-то как-то открылось как-то странно. Ну ладно. Вытаскиваем следующего. Лозач. Лозан, извиняюсь. Боруссия Дортмунд. Лозан. Боруссия Дортмунд. У него ник. Но далеко не Боруссия Дортмунд, мне кажется, выпадет. Лозан. Зря ты такой ник ставишь. Все это сделать. Погнали. Клуб. Так, клуб. Red Bull Зальцбург выпадает Лозану. Это, ну это все просто... Можно желать только удачи. Только пожалеть Лозана, что ему выпадает Red Bull Зальцбург. Не знаю. Погнали дальше, следующий участник. Чуть не уронил вазу. Мне бы пришла... Конец пришел. Так, дальше. Андрей Белоусов, как раз таки Андрей Белоусов, который играл в стыковом отборочном матче на ЛФС, на ЛМФУ Суперлигу. Давайте. Какой клуб выпадет? Все хорошо. Андрей Белоусов. Челси. Неплохо, кстати. Неплохо, Челси. Погнали, в темпе. Да, я хорош. Так. Прости, свинка. Кстати, свинка. Спартак говно. Так, Роман Казанцев. Роман. Тоже выпадет Роману Казанцеву, нашему братишке. Давайте я его сюда положу. Давайте я беру верхнюю вот эту вот. Пойдет? Все, пойдет. Потом не обижайтесь. Короче, поехали. Атлетико Мадрид выпадает Роману Казанцеву. Матрас
будет обоссан на этом турнире Гошей, либо мной, либо Эдгаром, либо кем-нибудь еще. Сочувствуем Роману, мы обоссим матрас. Все, вот мой вердикт. Извините, если это вас обижает, это просто рофлы, шутки, поэтому... Да ё-моё, падает. Давайте вот так вот сделаю. Какая? Вот так. Опять упал. Ёкал мне бабай. Дальше. Сказка. Так. Стас, подумаю. О чем ты думаешь, Стас? Чё за фамилия? Хэмилтон, ник у него. Стас, подумаю. Выбираем, ну, вот этот. Какая разница? Стас, подумаю. Кто это вообще такой? Сорян. Так, какой клуб? Бавария, Стасу подумай, вы чё, серьезно? Поэтому нормально. Последний участник в этой корзине, в этой паре. Никита Колпак. Последний клуб Никите Колпаку, Колпачковому. Чуваку, который закрывает ручку нашу, или что там он закрывает? Лейпциг упадает Никите Колпаку. Закончили вторую пару, вторую корзины. Закидываем дальше. 3, 4, 5, 6, 7. А, точно. Полочка, пока все хорошо, погнали. Первый участник, зелененькая вот эта херовина. А куда бумажка А, вот бумажка тут. Я дурачок. Бумажка здесь, нормально. Кто там? Леонид Каратов. О, Леонид Каратов. Леонид Каратов наконец-то участвует в нашем турнире. Погнали, вытаскиваем клуб. Клуб. Леонид Каратов выпадает. Боруссия Дортмунд. Кстати, хороший такой вариант. Боруссия Дортмунд. Дальше. Дальше, следующий участник. А, вот, все, я дурачок, я что-то вообще запамятовал. А у меня упало. Все на месте, ребят. У меня просто упало. Сергей Коненко. Конь, пальто. Сергей Коненко. Доктор Торетто. Так, нам же клуб надо вытащить. Погнали. Тара-тара-тара-та. Марсель Сергей Коненко выпадает. Пацаны, Марсель. Как бы поздравляем. Дальше идем. Время идет. Мы идем. Бля, мне сколько этого надо будет монтировать потом, я не знаю. Коля Пятин, все хорошо. Так. А, ой, клуб. Клуб, пацаны. Клуб. Пацаны, клуб. Фенербахче. Фенербахче, хули пятен выпадает. Я аж поперхнулся. Короче, продолжаем дальше. Влад Солдатенков. Влада. Поняли, да? Дальше, клуб. Да. Чё такая маленькая бумажка? Ты кто такие бумажки? А, точно, я. Аякс. Ну, тоже до свидания, короче. Да. Так, давайте. Участник. Дима Янцевич, кстати, Ланч, который снимал что-то там. Ну, я вроде смотрел, я не помню. Чё-то разлетается. Так, дальше. Клуб. Клуб для Ланча, клуб для Димы Янцевича. Леон. Я забыл. У нас клуб. Ой, участник. Что там падает? Так. Егор Шевцов. Шевцов. Ман Юнайтед. Но тебе Ман Юнайтед не выпадет, потому что он у Дмитрия Нагиева. Вот. Ой, у Дмитрия Ибрагимова. Ибрагимова, сорян. Доставим клуб Егору Шевцову. Трансляция уже идет 27 минут, даже почти 30 уже.
Блять, а что за бумажки делают, а? Дебилы, блин. Агуски, инвалиды. Что за клуб? Милан. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Идет, нет. А, вот, все синхронизировалось. Все, достали мы клубы. Вы, надеюсь, все запомнили, кому что выпало. Идем дальше. 6. И достаем все последнее, да, я думаю. Зачем? Зачем оставлять? Последние корзины, последние участники, последние клубы. Все последнее и кубок тоже последний. На всякий случай говорю. Достаем участников. Я не знаю, там остались еще нормальные медийные люди. Шамшиев, Ердин, Ержан, Ердин. Короче, иди нахер, ты же этот Саня Королёв. Зачем ты меняешь свой ник? Не понимаю. Вот это достаем. Вот это достаем, значит. Интер. Ну, дальше. Дальше, в темпе идем, пацаны, в темпе. Мне еще монтировать потом надо будет. Иван Лутак с канала Мигу Фифа. Роналду у него ник. Достанем ему условный какой-нибудь. Не знаю. Реал Мадрид. А, хотя Гоша уже взял Реал Мадрид. Севилья. Севилья, пацаны, Севилья тоже. В Ла Лиге играет, так что все хорошо. Открывай. Все, открыл. Открыл. Так. Ваня Ехлаков. Так, достаем клуб Ване Ехлакову. Порту Ване Ехлакову достается. Дальше сразу в темпе идем. Я, короче, почитаю чат Гоши после того, как всех достанем. Вот. Степан Тимофеев, тоже с канала Мигу ФИФА, с канала Эдгарус. Поехали. Вот свинку убрал, сразу хорошо все пошло. Ньюкасл! Ньюкасл! Ньюкасл достается Степану Тимофееву. Что? Фух, погнали дальше. Опять. А, вот, все нормально открылось. Достаем. Упало. Отлично. Кто это? Это Радель Киреев, тоже с канала Мигу ФИФА, кстати. Гоша, респект, спасибо. Давайте достанем что-нибудь прикольное. Не знаю. Клуб для Радели Киреева. ПСВ. Ну, говно достали, чё. Прости, Радель. Дальше. Участник. Фу, я уже пить хочу. Иван Селиваненко! Колес. Достаем тебе клуб. Надеюсь, достанется нормальный клуб. Я не знаю, что. Я вообще забыл, какие там клубы остались. Нормальные, прикольные. Бенфика. Ну, типа, вроде нормально или нет, не знаю. Ну, удачи, короче, желаю, в любом случае. Блядь, кажется, заебался уже, блядь. Так. Спина, сука, блядь. Александр Дорохов. Опа-на, Дорохова достали, Дорох. 72-76, Александр Дорохов. Санечек, Санечек, снимаешь? Клуб для Сани Дорохова. Прости, Саня. Прости, Саня, Галатасарай достал. Сорян, я не хотел, серьезно, я не хотел, Саня. Но придется тебе играть с Галатасараем, это просто, ну это позор, серьезно, это позор. Галатасарай. Последний участник и последний клуб. Давайте достанем участника. Участника достали. Маэстро Гослинг. Ник у него Никитосик 9С. Ну, Никита его зовут, очевидно, наверное. И клуб для маэстро Гослинга ПСЖ. Ну, помойка, как всегда, на последнем где-то месте в корзине. Глубоко, далеко в жопе. И поэтому досталось маэстро Гослингу, наверное, я не знаю. ПСЖ. Жеребьевка закончена, как бы, походу. Короче, пацаны, показываю вам, что вообще здесь происходит. Типа, просто количество киндеров. Капсул киндеров. Типа, это просто трэш. Вот так вот все выглядит в целом. Понимаете, да? Масштаб работы, который был сделан. Это просто капец. Михаил Бакуменко, Тоттенхэм. Бургер Кинг, Арсенал, Ольга Саева, Ювентус, Байер 04, Добрыня Сафронов, Егор Фидас, Наполь, Игорь Белоус, Рома,
Егор Шевцов, Милан, Леонид Кайратов, Боруссия Дортмунд, Александр Королёв, Интер, Ваня Иклаков, Порту, Стас Подумаю, Бавария, Степан Тимофеев, Ньюкасл, Роман Казовцев, Атлетико Мадрид, Бостон и Матрас, Радель Киреев, ПСВ, Андрей Белоусов, Челси, говно полный клуб, Мудрик, свали оттуда, пожалуйста, Иван Лутак, Роналду, Севилья, Вадим Суздальцев, ФТС Плей Спортинг, там играл Роналду, хороший клуб, Дима Инцевич, Ланч, Леон, Лозен, Боруссия Дортмунд, у него ник, но выпал ему говно Red Bull Зальцбург, Иван Селиванько, Николас, Кулис, Кулер, выпал Бенфика, Никита Колпачковый, Колпак, прошу прощения, Лейпциг, Коля Пятин, Фенербахче, ну говно, Александр Дорохов, Дорох 72-76, Галатасарай, полное дерьмо, конечно, выпало, сорян, еще раз извиняюсь, Сергей Коненко, конь в пальто, Марсель выпал ему, Влад Солдатенко, Влад Аякс и Маэстро Гослинг, полное дерьмо, просто, которое может быть вообще в принципе в мире, ПСЖ, полное дно. Все, всем спасибо, получается. Всем спасибо за жеребьевку, всем спасибо за, в принципе, за стримчанский. Раскрыли новые кое-что, некоторые штуки.